Сейчас у меня был для друзей, у меня друг в Краснодаре живет, Андрюша, замечательный человек. Вот, мы были в Сочи, поэтому говорит, ну приезжай, я соберу ребят, друзей, и там что-нибудь расскажешь им. Там. Я говорю, конечно, приеду. Ну, хорошо провели 3 дня, там сидели. И я впервые спел 12 шансонных песен, которые я написал в Америке в 92-93 годах. Никогда их не исполнял. Никогда. Потому что считал, что ну, шансон тут есть дофига. А это очень легко писать эти песни. Вот. И так они приняли. И для меня это было новое качество существования. Так я обычно в белом костюме читаю стихи, пою песни, там «Князь» или там «Костюмер». Вот я сейчас написал на музыку Пауза. История балетного артиста, который сломал ногу, стал костюмером. Вот трагедия это, да. Вот. Но это было, да. Причем «Рюмка водки» у меня написана в 92-м году. А музыку написал Леня Гудкин, который сейчас по Лене Гагариной. Сейчас вот это миллион. «Рюмка водки, разожжет огонь в крови. В нашей жизни век короткий, еще меньше любви». Ну, таких в шотландских таких традициях таких. Вот. «Джокер». Ну, очень такие полухулиганские там. «Я привез тебя из Симферополя в новый дом на Большой реке. Ты ходила там с голой в рваной кофте в одном чулке». Ну, это такая, ну, пародийная песня. Вот. Или там «Молилась ли ты на ночь, Евдокия». Очень смешная песня. Ну, это забава такая. Но это было новое качество совершенно. И я уже подумываю, может быть, там для друзей выпустить такой диск. Может быть.